Накануне Русская Церковь отмечала День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Он скончался на 43-м году, возвращаясь из Орды недалеко от Городца. За свою краткую жизнь святому князю довелось оберегать народ от гибели и западной угрозы. На русскую землю наступал Ливонский орден. Наступал в условиях, когда Русь была под игом Орды. Однако князь хорошо понимал, что если хану и Орде нужны были наши материальные ценности, то те, кто наступал с Запада, хотели обратить наш народ в свою веру и тем самым подчинить его духовным и политическим центрам в Европе, чужим и по вере, и по культуре. В день памяти святого князя Александра Невского святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Александро-Невском храме в одноименном скиту близ Переделкино. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви произнес проповедь. Подрыв веры в народе, отказ от веры всегда влечет за собой и потерю того, что на современном языке мы называем культурной исторической идентичностью. А когда распадаются вот эти скрепляющие силы, то народ ослабевает, становится способным покоряться чужим мыслям, чужой политике и очень нередко, как то было в истории, и чужой власти. Поэтому подвиг святого Александра Невского по сохранению веры православной, по защите отечества и народа своего от иноземных захватчиков, был направлен на то, чтобы сохранить народ и землю русскую. Святой благоверный князь Александр ни на кого не нападал, захватнических войн не вел, но проявил чудеса силы духа и воинского мастерства, защищая нашу землю. Был непобедимым на поле брани. Святой благоверный князь является покровителем Отечества нашего, покровителем воинства нашего, защитников Отечества. Мы остаемся теми же, какими были во времена Александра Невского. Конечно, все изменилось внешне, но тот самый духовный стержень, то самое национальное самосознание, та же самая любовь к Отечеству сохраняется и ныне в народе нашем, и покуда мы это будем хранить, будет стоять и Русь.